А вот в Новосибирске в зоне подтопления могут оказаться от 200 до 400 дачных участков. Первая волна паводка может достигнуть пика в начале мая. Новосибирская ГЭС тем временем уже начала холостой сброс из-за скорости наполнения водохранилища. За последние сутки уровень воды в Оби поднялся на 53 сантиметра. Эксперты говорят, текущая ситуация очень похожа на ту, что была в 2010 году. Тогда прошли две волны паводка, Обь поднялась до отметки выше 4 метров, затопила 1600 дачных участков.